Вы все придете империи, вас подвергнут допросу и пыткам. Вы выдадите мне имена своих друзей и сообщников. А затем вы умрете. Наша гибель привлечет на нашу сторону других. Ваша публичная и очень мучительная казнь послужит уроком всей галактики. Возможно, восстание еще случится. Лорд Вейдер, разберись с мальчишкой. Итак, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте. Да, вот такое вот начало получилось по факту. Мы продолжаем проходить Star Wars. Прошлую серию мы с вами где остановились правильно? У нас сейчас будет бой с вами с Дарт Вейдером, поэтому сажусь поудобнее. Наливайте чайку, кофейку, кто что любит. И кто не смотрел предыдущие серии, плейлист в описании, там ссылочка, да, и на предыдущую серию, там есть что, вот, да, подсказка в левом или в правом верхнем углу выскочила, поэтому при этом просмотра. Сажусь поудобнее, а мы начинаем. Шо, блять, Вейдер? Let's go, нахуй. О, блядь. На, нахуй. О, блядь, давай, блядь. Шо, Вейдер, блядь? Ты не такой-то и сильный, да, получается? Блять, надо тут заходить точно. Ударил. У, сука. Ах ты тварь, блять. Нах ты меня кидаешь-то, алё. Куда пошел? Сюда, иди, мы с тобой не закончили. Ах ты, сука, я могу к тебе? О, блядь, сука. Блядь, тварь, что ты делаешь, нахуй? Давай, брушь. На, нахуй. Тварь, блядь. И нахуй. Блядь. Куда я упал, нахуй? У, сука, блядь. Что ты делаешь? Дарт Вейдер, блядь, хуил, блядь. У, блядь. Засёшь, нахуй. Блядь, это ты заебёшь меня, блядь. Что ты меня поднимаешь-то в воздух постоянно? Блядь, ты заебал, чел. Блядь, какой ты тварь. Блядь, такая ты тварь, нахуй. Пал, блять, мужик, нахуй. Какой ты мастер, блять, хуястер ты, блять. Алё, нахуй. Блять, что я делаю? Сюда иди, алё, блять. Ты, нахуй. Букварец, блять. На, ёпта, отсосал, блять. Смотри, чё у меня, блять. Давай, ебашь его. На, нахуй. Давай, давай, давай. На, ёпта, блядь. Да ты заебешь меня поднимать-то, блядь. Чё ты только это умеешь, блядь? Давай так же, смотри. Бля, опа, смотри. Блядь. Да уйти-то! Бля, не могу уйти от него, прикинь. Блядь, хуило. Встань! Можешь встать, мужик? Мужик! Блядь, а я не могу отсюда выйти. Я застрял, блядь, ребят. Просто застрял. Прикинь. На. Бамс, нахуй. На, ебать. Что вы, блин?
Вот такая вот мстя. Да, прикончи его. Он был слаб, немощен. Убей его. И ты сможешь право занять место рядом со мной. Нет! Помоги ему! С кем теперь с этим хуем сражаться, алё? Блять, долбоёб. Сюда иди нахуй. Где он, ёбок? Мне похуй, что умеешь, мужик. Все, залагал, что ли? Давай, 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 давай. Попробуй, попробуй. Сосёшь, мужик. Сучка. Сучка! Отсосал, блин, почти, ладно. Блять, ну ты заебёшь, мужик. Давай, давай, давай. Очень, очень плохо. Сучка, бля. Пиратор хуит, бля. Я ж тебя отъебу, бля, ты ж понимаешь? Понял. Сюда иди, блядь. Ты на красный хуя, блядь. Это будет, это босс жесткий, да, ребята? Ты дурак, что ли, алё? Бам, нахуй. Сюда иди, блядь. Как мне его победить? Че хуёвать за тебя? Сука. Тварь, блядь. Где второй? Бля, он, смотрите, стоит тупо, ждет меня. Блять, нельзя по этой хуйне. Иди сюда, блять. Сука, ни разу не попал еще в эту хуйню. А, сука. Блять, кто знает, как эту хуйню делать, скажите мне. Нужно уворачиваться, я понял. Ай. Почти. Иди сюда. Я почти пизда, мужик. Блять, ну ты заебешь своей хуйней. Их трое теперь, ребят. Чего вспомнить? Бамс нахуй.
Иди сюда. Блядь, ну ты дед ебучий, нахуй, заебешь меня. Как ребята тут эту хуйню? Просто уворачиваются или что? Давай, давай. Сосал. Блядь, бать ты нахуй нулевый. А, ну, блядь, ладно. Хорошо. Сука ты, драна, блядь. Ёбаный ты дед, блядь. Сука, заново. Бля, что-то дед разозлился, да? Дед какой-то разозленный. Тебе был предначерен уничтожить меня. Сделай это. Дай волю своей ненависти. Он повержен. Остынь. Это обман. Он сильнее, чем вы думаете, заслужит смерть за то, что сделал со мной. Может. Итак, но если ты в ярости нападешь на него, то опять вернешь к тому, с чего все начиналось. Выводите сюда Бейла и остальных. Я пойду следом. Уходите! Скорее! Защищайте сенатора! Да-да. Ну это Вейдер идет. Тогда в нем еще больше силы, чем прежде. Он должен был искоренить повстанцев. Его жертва вдохновит их на дальнейшую борьбу. Но теперь мы знаем, кто они. Я выслежу и уничтожу. Как и было задумано владыка. Да уж. Ты должен был беспощаден. Быть беспощаден, лорд Вейдер. Если уцелеть хоть один повстанец, союз, который мы невольно создали, станет нашей погибелью. Бля, я хуй знаю, как его изображать, блядь, ну ладно. Мы готовы завершить то, что он начал? Итак, повстанческий союз создан. Здесь, сейчас. Нам нужно объединяющее знамя. Символ. Символ надежды. У него хотя бы есть сила. Вы всегда знали, кто он такой, верно? Мне так и казалось, да. Тогда зачем вы помогали нам после всего, что мы совершили? Когда он подошел ко мне в баре, в гуще его темных мыслей я уловил светлое пятно. Нечто прекрасное, за что он цеплялся до последнего. За что это? Ты. Ебать, хэппи-энд, ебать. И все, это финал, все, блядь. Все. Ебать, все, мы прошли игру. Охренеть. Ну, нормально. Сука, надеюсь, YouTube, ты, блядь, как всегда, не накинешь мне авторские права за эту музыку, блядь.
Так, а можно это пропустить, если еще нет? Хорошо, я сделаю чуть по-другому туда. Итак, ребят, короче, итог таков. Игра интересная, игра прикольная, мне понравилась. Мне реально понравилось это приключение, которое продолжится. Это только начало. Блин, игра прикольная. Реально, вот для своих лет, я говорю, как помните, Dead Space, я не смотрел, ссылку в описании на плейлист. Или в верхнем, или правом углу подсказка выскочила. На плейлист Dead Space. Вот, что Dead Space, что эта игра, блин, для своих лет, реально графонистая. Реально прикольно, сюжет очень прикольно сделан. Да, там, ну, местами есть там баги, да, вот это все, блин, знаете. Местами лагин, да, местами там где-то, да, что-то не прогружается, да, где-то местами не так косяково сделано. Но в целом, бля, в целом прикольная игра. Я советую реально всем, кто вот смотрел, в принципе, всем поиграть в эту игру. Блин, прикольно, мне понравилось. Очень понравилось, да, коротенькая игра. Но она того стоит. Это приключение вы не забудете никогда, поверьте мне. Это приключение останется надолго. Вот. В принципе, все, ребят. Игра пройдена. Вот. Повторюсь, ждет продолжение. Ах. Да уж. Как незаметно мы ее прошли, да? Да. Ну, в принципе, все, ребят. Мне говорить больше нечего. Отзыв об этой игре я напишу. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что смотрели данное прохождение. Кто хочет пересмотреть его, да, заново, плейлист на полное прохождение данной игры в описании. Там первая же ссылка будет на плейлист. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что были со мной сюда, были со мной на протяжении данного прохождения. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Оно вот такое, оно мое. Да, мы прошли не на максимальном уровне, да, сложности, на среднем, но все же. Все же. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте, ребят. Ребят, пока я жду конец титров, напишите в комментариях, как вам прохождение, в принципе, понравилось, не понравилось. Очень важно ваше мнение. И не забывайте, я лайкаю все комментарии. А вот конец титров. Так, что же нам покажут в конце? Нихуя? Все? Ничего не покажут? Понял.